сразу видно, кто главный. Я плачу, Женя за рулем. Ходит, выбирает. Так, еще одна такая шутка, ага, беспонтовая. Надо хотя бы со звездой сфоткаться. Смотрите, как красавица. Вот они, звезды. Смотрите на них. Почему я занят? Потому что это как король. Потому что друг подружки. Вот она, семейная жизнь. Икея, все дела. Посмотрите на этих голубков. Квартиру купили, едут закупаться теперь. Ром, можешь блогерством не заниматься, а вот искать, слушай, квартиру, все, что надо. Ну да, девушка в коляске, поэтому давайте быстрее диван, кровать выбирать, еще надо нам. И все. Идем квартиру обустраивать. Так, я не понял, блядь. Как такое получилось, что историю надо снимать нам, а снимать, блядь? Это будешь так наказывать, если она кушать тебе не будет готовить? Дай бог, один косяк, сразу да. Вы кровать купили? Подождите, вы тут с игрушками развлекаетесь. Ой, смотрите, так и тянет вас сюда, так и тянет. Смотри, детка, раз для твоих плеч, для моих плеч. Слишком дешевая вешает. Заявочка на успех. Не, ну хату купили, чё?